Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Смотри, учись», с вами Миша и Егор. Нашли очень крутую катку на тройке Абадоне. Это играет Му, и причем он спамит этого героя. У него супер необычный пул для Фейна. Играет преимущественно в этом патче на тройке Дасля. 92% винрей за 13 матчей. И второе место по пикрейту у него Абадон. С винрейтом 78% за 9 матчей. Также еще Драгонайт у него в пуле и Нигма. Вот такой вот пул, прям вообще необычный. Вот, и самая крутая игра на Абадоне, тут прям абсолютная соляра, очень прикольный билдачок. Вот, ну и Абадона я не помню вообще, когда мы последний раз корову записывали. Довольно-таки прикольная тема. Вот, ну и, собственно, посмотрим крутую катку на одной линии с Виномансером причем. Такая не самая приятная линия для оппонентов, очень много замедления. Вот, плюс еще есть диспел против Сауэнсера. Заранее себе также грейженные стики взял. Абадон у нас универсал, напоминаю. Так что тут атрибуты. Плюс еще заряжаться стики будут довольно-таки часто против фона Сайленсер. Линия, думаю, у них прям должна быть фришная. Но посмотрим. Вот. Ну и научимся играть на 7-3-5-D Абадончики. Ребята, извиняемся, немного поздновато ролики заливаем. Что-то режимы сломали. Вот. Если не сложно, напишите, пожалуйста, любой комментарий. Поставьте лайк. Это поможет в продвижении. Кстати, вот и то, о чем я говорил. Просто пошли под гранатку, под двойное замедление. Все там, луна вообще не шевелилась. Просто задушили. И такое бывает. Вот. Всем заранее приятного просмотра. Всем привет, Сайленсер, по-моему, один из худших героев доти на сегодняшний день. Если не самый худший. 30% винрейта по протрекеру. Ну и тут еще и в связке с луной. С тонким персонажем. Не знаю, линию хуже не придумать, чем Сайленсер Луна. Точнее, хуже Саппорта к Луне. Но разве что Гримстрок какой-нибудь. И то Гримстрок посамостоятельнее, чем Сайленсер выглядит. И одним щитком Бадона не контрится. Нежданно-негаданно нулик залетает. Нулики на Бадоне мы раньше вообще ни разу не видели. Сейчас новый западный нулик. Соблазнить покупать любым герою Дода. Интересно, будет пытаться Луна донатить в этот раз? Я снова попытался, но снова килл для Виномастера. Вообще красота, еще и большой крип ему тут достался с большого спота. И, кстати, второй раз уже выносит эту Луну. Да, начало, конечно, бодрое. Уже 4 кила сделали на линии. А это только третий уровень. Вот, и причем у всей его команды всего 4 кила. То есть это, по сути, все 4 кила в топе. Бедолаги на соперниках. Ну, прикольно, мне прям нравится. Виномансер, Абадон, связка. Это ж реально, блин, не самое приятное. Замедление. Особенно если, ну, получается, дистанцию сократить, то это все, это, ну, просто не выбраться из-под этого. Нулик. Действительно прикольно выглядит на Абадончике, все-таки мана кончается. Щиток много стоит по мане. Так, кстати, опять вот нападение и опять смерть на Сайленсера. Блин, ну, на Сайленсере вообще анпоэ был против такой связки. Опять же, герой без эскейпа. Ух ты! Вот это показал зубы на уне. Должен быть легкий фраг, а тут неожиданный динай залетел. Обидно. И такое может быть, как оказалось. Но линия в сторону Абадона идет. Луна там бедолага с бимом. Лиса качает. С перчатки ПТ-шку покупает. Малый спот бы разблочить противникам, потому что тут 5 минут простоял сентряк. Это абсолютно необъяснимо. Кстати, намеревается играть с хорошим. Хилу отрезать особо некому. То есть берет ради скорости атаки.
очаг на котле. Кстати, ты посмотри, насколько огромный котел. Он сейчас 7-й левел апнет. Больше рака еще 6-го нет. Потому что котел игра... с нулем ДНФ играет. Игра максимально непростая будет, потому что здесь, ну, только линия Абадона, по сути, выиграна. Там, смотри, уже вышка. Медовый котел просто вышку на 6-й минуте вражескую почти сумал. Хотя, опять же, ну, котел сейчас однозначно имба патча. По-моему, у него даже топ-1 пикрейт среди всех мидеров. Вот, но, как правило, он, ну, не часто может настолько жестко мид уничтожить. Даже интересно, что там произошло, что он именно такого результата добился. Практически минус весь тавер. Да, там уже тавер сломался. Капец. Минус тавер на 6-й минуте. Жуть. То есть тут прям игра будет тяжелая. Плюс Пангольер огромный. Там 3 ассиста у Пангольера. Линию он высушил против антимага. Антимага одна смерть. Нетворс 2000, даже меньше, чем у Уны. То есть тут, ну, реально только Абадончик. Мягко говоря, с перспективами. Так, и, кстати, смотри, Медасик. Медасик я вообще не ожидал, если честно. Увидеть? Как-то неожиданно. ДПТшка неожиданно. ПТшку тестили на Абадоне, когда им базовое время атаки 1.5 сделали. И спустя несколько месяцев после этого сделали универсалом. Я сейчас посмотрю. Не задержалась, по-моему. Посмотрел по билдакам. Он абсолютно всегда один и тот же билд берет. Видимо, он перетестил все это дело. То есть у него всегда одинаково он закупается. Грейженные стики на первые бабки. Нуль талисман доносит. ПТ, шкорп, крожен, мидас, манта. У него абсолютно всегда один и тот же билд. Манта, потом гарпун. Вот, потом дагер. А потом по ситуации. То есть... Раскач на Абадоне, в принципе, не сложен. Ну, если чисто по его билдаку играть, не думаю. Опять же, ничего в этом зазорного нету. Все-таки вот есть хороший пример про игрока, который все это дело затестил, перетестил. То есть можно просто смело его копировать и чуть ли не в каждой игре один и тот же билд покупать. Ну, по идее, на героя особо ничего, ну, не придумать по билдакам. Всегда плюс-минус одно и то же должно быть. То есть манта супер обязательный предмет под третий скилл, потому что иллюзии набивают третий скилл на героя. Торп Кроужен. Ну, разве что медасик, вот я лично не совсем понимаю. А так вот, гарпун, манта, вот это все. По-другому и не придумаешь. Ну, ПТшка, да, вот подозреваю, что герой стал универсалом. Потихонечку ПТшки стали приходить на нем. Ну, сюда бы фейза. Ну, кстати, даже без фейзов прокосило. Одна тычка, там все не шевелится, герой. Эх, жалко, не успел прокликать, сколько там у спида. Ну там, да, вообще печаль. Еще и нейтралка такая крутая. Перчатка дуэлиста. 20 скорости атаки еще сверху, вообще по кайфу. Так, и щиток уже макшенный. Ну, блин, то даже для Абадона на самом деле максимально комфортная игра. Кучу всего можно задиспелить. У противников там миллион всяких спирит веселов, сайленсов, лакишотов, не знаю. В особо трайдера. Там, ну, только манту купить, чтобы сайленсом проблем никаких не было. Это прям для Абадона крутая катка. Я смотрю на этот драфт и... Некомфортно должно быть оппонентам против такого играть Абадончика. Ну и линия для него супер фришная. То есть тут он хорошо выкатил этого барона неожиданно. Эх, убить бы этого котла. Ну, много должен заплатить. 9-й уровень все-таки. Но его догнать невозможно. Держал скиллпоинт на ультимейт. Так, ну, очень там, часто делают, чтобы ультимейт активировался тогда, когда тебе нужно, а не когда у тебя 400 хп осталось. Там контроля мало. Ну, прям такого супер надежного. То есть там контроль это у особо трейдера, который 90 секунд кдшится.
Rolling Thunder, который 90 секунд КДшся, им еще попасть нужно. Ну, такой ненадежный контроль максимально. Ну и бимуны. Что-то 0.6 секунд стана такое. В теории можно будет часто вот так вот делать телепорты. Избить-то нечем. Так, почти медасик есть. Интересно, радианцевый ли будет билд? С одной стороны, Радик имбища. Невероятно сапанный предмет, с другой стороны, сколько я играл на Абадоне, пастманта. Не, я же сказал, у него всегда билд один и тот же. Так я-то откуда знаю, какой? Так я озвучил. Рыли? Да, манта, гарпун. Извините. Ну, медас, манта, гарпун, он прям всегда одно и то же скупает. Так. Ну, здесь манта прям напрашивается. Элан 10-го прокачал сразу же. Плюс 15 здоровья в секунду от щитка. Так, кстати, давайте заранее посмотрим, какие таланты берутся на Абадоне и какие он берет. Абадончик. Так, на Абадоне самый популярный раскач. 10-й талант левый. 98%. Чего я такое впервые вижу? А поначалу, кстати, все правые брали. А чё за фигня? Почему 98%? Почему так много? Жесть. 98% игроков левый талант. Потом 99% на 15 уровне левый талант. А это баг, потому что левый на 15 не могут 99 брать. Понятно. И на 20 уровне 87% правый талант. На 25 100% игроков берут левый талант. Чё я такую статистику реально впервые вижу на обороне? Чё за фигня? Так, ну. Вот, а он причем немного по-другому берет талант. Вот опять же, вот он на 15 берет правый, потому что здесь урон в секунду. Это выглядит покруче, потому что это, ну, кор-ветка Абадона. Тут все-таки кор Абадона. Вот эта статистика, она, видимо, для саппортящего Абадона, билдак. Интересно. Вот. Ну, для кора Абадона, очевидно, 80 урона в секунду от третьего выглядит пожестче. Скорее всего, будет играть через плюсики вместо первого, хотя не уверен. Посмотрим. Потому что, опять же, первый скилл тебе особо не нужен. Это маны много требует, плюс у тебя герой универсал, у тебя большое желание качать атрибуты. Ну, посмотрим, может. Может, он вообще там через шард будет какой-нибудь играть. Там же шард не меняли, да, на подобном? Нет, все такое же. У нас с первого скилла прокает тычка, да? И замедление усиливается, по-моему, базовое. Ну, только если через шард будет играть первый, возможно, подмаксит. Ну, с ПД-шкой, мне кажется, первый и шард необходимы. Блин, душат. Монобер. Уж что, 7000 преимущества уже. Ни хрена себе у противников. Это что вообще такое? Я только сейчас заметил. Да, игра прям непростая. Не стал стакать, кстати. На Абадоне особенно скороженном на 55 не стакнешь. Слишком много замедления. Поднял себе Яшу. Капец, просто мидер 4500 нетворс и керри 4600 нетворс. Как же грустно такую картину лицезреть. У Лешака причем только что нормальный нетворс был после того, как он 2 кило оформил. Может, разбил что-нибудь без палева, чтобы игра интереснее не было? То есть реально выглядит, как будто он что-то разбил. Что за фигня? Почему у него... Арканы в Лендвейс. Кстати, катапульта имеет смысл медасть. Во-первых, ее убивать долго и нудно.
Во-вторых, 89 опыта против 90 опыта в большом лесу. О, идеальный таргет. Какой же сайленсер сочный. Вообще никак не выйти из-под Абадона. Просто закликиваешь спокойно вот так. Ну, там тиммейты погибли, конечно. Ну, тяжеловато. Уже 9000 преимущества на 16-й минуте. Нормальная гамза. Смотрите, какая интересная игра. Союзники не стали ждать лишь рака ливнуто. Виномансер все паузы отжал. Возможно, даже не верят, что эту игру еще выиграть можно. Это прикольно, на самом деле. Ну, вообще, при счете 10-16, 9000 преимущества — это редкость. Так что, я думаю, их глазами это не так безнадежно выглядит. И вот опять, видите, пауза, и сразу же отжимается виномансером. Три паузы там вжали. Эх, бедный лишрак. Задушили в миде против имбы патча по войне. Так еще и союзники. Вот такие вот имеются. Ну, кстати, у него на виномансере... Странно, что он таким занимается. У него эта игра хорошая. Он с Абадоном на линии стоял, у него нет ворса, как у Лишарка и как у антимага. Так, есть второй тир, нейтралка. До манты чуть-чуть остается. Делаю себе замечательную нейтралку на атрибуты. Атрибуты, дэмэдж. Опять же, герой-универсал. Качает все-таки плюсики. Тут все логично, опять же. Герой универсал, нужны атрибуты, первый скилл дает мало, плюс у героя монопол небольшой. Щиток и так 140 стоит. То есть, видите, у него быстро мана заканчивается. Поэтому лучше разогнать себе этот же самый монопол, хп-пул, плюс со статов поиметь как можно больше на универсале. Тут все понятно. Возвращается лишь шаг в игру за это время. Бэтрайдер, сопротивляющий на 1000 творс, его обогнал. Ой-ой-ой. Возможно, первая смерть. Четвером накинулись. Ну, кстати, союзники делают сейф-тэпки. Но нет, тут манта, возможно, если бы была. Может быть, пережил бы. Манта, кстати, тоже 125 маны стоит. Тут тоже нужно будет где-то брать очень много маны. Тайминг на Тестелла, кстати, потрясающий, учитывая, что он с Мидасом, с Нуликом, с Хорошим, с Стиком и Грейшем. Ну да. И в очередной раз Лишрак отлетает. Нет, это очень грязно со стороны Веника. А ты прикинь, он реконнекнулся, потом сразу умер. Потом еще я осознал, что его никто не подождал, мне реально его жалко даже. А потом, кстати, после этого прочекал ранг Виномансера. Не. Все ранги посмотрел быстренько. И нетворса у соперников. 12 тысяч преимущества. Вообще не понимаю, как. Ну. Что тут в игре должно произойти? Кстати, потенциально неплохая драка. Опять же, Абадон с мантой. Такая не самая лучшая инициация от Лишрака. Но зато Абадон идеальный таргет нашел под манту. Два сапика просто. Бэтрайдер еще так подошел любезно. Фейзов не хватает в такие моменты, конечно. А, ну а нормально, сайленсера убили. Начало. Временная помощь от антимага. Да, гарпуна еще не хватает. Дистанцию сокращать. А то что-то катят жесть. С гарпуном должно быть попроще. Блин, и опять Лишрак, да, умер. Восьмая смерть. Может, тут ранги? Разница большая. 2000 ранг у Лишрака. А стоял он против котла тысячника. Ну, не прям большая разница. Ну, у котла побольше ММРов. Так, кстати,
Иллюзию Луны успел создать. Как будто он его выстрелит здесь, на Абадоне. Да, замечательно. Там он еще не смог форстафнуться под ультимейтом Шеден. По-моему, с ультом поспешил, но успел дать тычку каким-то чудом. Ой-ой-ой. А еще и панка подошел обниматься. Что это? Ультракил может оформить? Какая же резня. Он 1 в 4 просто. Такое смог провернуть. Ну 2 в 4, Shadow Demon сильно с луной помог. Так, и реально ультракил, видимо. О. Ну блин, ну как же не хватает, да, фейзов? Вообще невозможно. Такие моменты прям больно. О, Shadow Demon помог ультракил заработать, но ультракил не успел. 14 тысяч на творца сразу же. Почти есть гарпун. Резко. Игра прям наладилась. Сразу же 5 тысяч преимущества теперь только у противников. Мощный камбэк, очень мощный. Луна, кстати, баттерфляй первым этом собирает. Манта баттерфляй. Shadow Demon тяжело таким билдом будет играть. Невозможно, я бы сказал. Ну, это же еще безумие бабочку против ШД покупать. Да и вроде антимага, ну. Типа, я так полагаю, баттерфляй против антимага решил купить. Но тут антимаг прям максимально нищий, то есть его можно не бояться, как будто. Странный выбор. Прям зарашить бабочку. Ну да ладно. Так, ну и дальше дагер. Ну да, дагер. Чтобы вот этих вот сапиков вырезать. Плюс еще у Абадона механика такая уникальная немного для блинк-даггера. То есть ты под ультимейтом, у тебя дагер не сбивается, когда тебя бьют. То есть ты можешь спокойно блинкаут сделать. Такая сломанная механика немного. Из-за этого Абадон прям всегда жить может. Так. Нейтралку не озвучивали? А, нет, озвучивали. Озвучивали. Что бы я ни пытался сказать, я все сказал раньше. Придумал. А потом это один из редких героев, на ком Embrace будет круче, чем Рей, несмотря на то, что универсал. Embrace на лопнись прямо обещанной Абадоне. На 2000 на Творца опережает. Луну вражескую. Он даже по количеству крипов не особо отстает. У на 300 крипов здесь 206. Так, и, кстати, пошла драка. На счет позиция, конечно, грустная. Его еще и на ХГ завезли. Но он гарпунов выберется. Да. Разрулил, как смог. А ультимейт активировался. Приходится разворачиваться. Ну, бьем в КД, так что... Опа. Бьем не в КД. А там талант на КД бима, да? На, ну, тут прям на 15 уже этот талант. Плохое прям, плохая позиция в начале файта была. И опять закайтили. Лишак, интересно, выживет этот, он без ТПшки здесь оказался. А саппорт его, по-моему, ищет. Нет, не ищет. Отпустили Лишака. Резнуться сделать телепорт на топ. На траекторию фарма антимага, обратите внимание. Так, ну, кстати, файт в этот раз...
противники не с Абадона начали. Много кнопок уже отдали. Там три ультимейта в КД. Очень важно. Ой, кстати, крутой таргет. А, ну ШД ульта КД. Не. Если бы ШД, МБ с ультой был. Да, кстати. Может здесь подрезать сальницера загулявшего? Ой, чё, он его не бил? Да, догорит. Вот так. Вот как, реально догорел. Ну и вот, догирал, сделал спокойно. Ну слушай, нормально, минус 3. Размен только веника убили. Замечательно. И третий тир. А, нет, все-таки еще ШД там настигли. Но он все равно пойдет. Паладин сорт себе взял. Опа. Еще удумал, он же без ульты. Нормально. На ульту развел. Слушай, он что-то знал. Реально хорошую драку, видимо, навязал. Антимаг, правда? Ой-ой-ой, не умер на антимаге, Абадон успел засейвить. Ха. Как же кайтит. Миссы, а вот блин. Реализация бабочки против Шеды первым слотом. С респауна телепорт на Z2 нажал. Да видит как момент тильта. Потому что ему вообще бессмысленно было телепорт сюда тратить. Тем более, он сейчас без ТПшки не сможет далеко от базы уйти. Да, теперь он еще с Эйгсом. Теперь она уже грозна. С этим баттерфляем. Там еще БКБ докупил после этого файта на уне. Ну там нормально так прибавился. По фарму. Кстати, нормально, новая без запрыгивает. Но тут без помощи не убить. Так просто. Этого котла. Так, а там тем временем им, кстати, а вот это ТП-шки. И они еще глиф не нажали. Забыли про глиф. Так, ну тут, кстати, позиция может быть крутая у Бадона. А, предпочел курьерчика прибывать. Ну там курьер с кристаллисом. Для Луны это ханда, между прочим. Самая важная штука. Так. Самый простенький цели начал. Так, звездный чаш иллюзионно. Надо иллюзионно создавать. Он и игнорит по максимуму. Она с Эйгисом, с БКБшкой вообще никак будет не осилить. Вот как-то нужно по сапикам работать, что и пытается делать. Ну что-то пока что очень все грустно. Пошел сблизить по итогу. Мизитима это все равно не боевой. Но времени, кстати, достаточно в игре. Ну и шрачок опять умер. Так, ну и антимаг. Не, ну такое. Что-то конечный попахивает. Нулифайр тут положил в кикбай. А то надоели там уже с этими форстафами бесконечными. В принципе, с нулифайром сапики хотя бы наверняка уходить никак не смогут. Они в основном чисто за счет форстафа выживают. Вон, Т2 стоят. Трон противники не успеют за 30 секунд. Панга уязвимая цель. Сюда бы койл макшеный, а хотя таки так справился. Крысать еще. Так, нормально, кстати, фул выстал. Так, теперь уже как-то выжить, фу. Ультимейт там еще не закончился, поэтому смог доиграл сделать. Нормально. Хотя бы с
задефались. Мы бэк сайленсер. Собрались заканчивать, ребятки. На дайрах. Эйгис, еще минута. С ультимейтом в КД надо как-то поосторожнее. Да, поэтому он очень аккуратно начал. Так, вот теперь надо искать какую-нибудь СЛП понадежнее, попроще. О, нашел котла как раз. Без ХП. Теперь надо как-то просто пережить эту вон. Ай-яй-яй, успел доиграл, вот, ни хрена себе. Замансил все-таки. Так, ну нормально. По крайней мере, очень много времени выиграет. Ульта уже есть. Сейчас можно по новой файт попробовать навязать. Танцер никогда не надоест по ощущениям. Реализация нулифайера. Так, и под ультой. Перспективы огромные. Опять под ультой нажал дагер. Блин, дагер, конечно. Капец, какая сломанная шмотка, если честно, на Абадоне. Вот смотришь на это, как будто, ну, блин, не должно так работать. Это реально имбово. В некоторых моментах. Даже очень. Так. Опять нулифайер. Минус бетик. Вот теперь как-то нужно уну усилить. Пока всякий телепорт под конец БКВ. Нормально. Вот и камбэкич. 4000 голды, учитывая, что он недавно нулифайер этот взял. Сейчас можно что-то вместо Мидаса купить. А, он шард себе взял редкликом. Под шард как раз он себе уже первый почти до максимум. Напоминаю, ну мы шард уже сказали, что это, но еще раз напомню. Первый скилл это, короче, тычка ваша. Ну и третий скилл еще одновременно. Типа того. И все орб-эффекты работают, криты. Ну вот. Собственно, и реализация. Приятная штукенция. Долг тычка. Так еще и фарм. Для фарма хорошо подходит. Вот так вот пачку шотает. Ай-яй-яй. Капец, там гарпун. С гарпуном не повезло. Так, ну, пытается по максимуму файт навязать. Потому что противники без вона. Ну вот без вона надо пытаться что-то делать, но тяжело. Все-таки вона там много делает. Она прям рейд-босс. С нетворсом 27к. Кстати, скади, думай. Герой универсал. В принципе, скади шикарно так-то в этой игре выглядит. Опять же, универсал, плюс там очень много ранжевых героев. Я думал, МКБшка будет или Бладторн. Блайндинг Лайт. И ну, бабочка. Кстати, да, неплохо звучит тоже. Зато прикинь, какое там замедление жесткое будет. Третьим скиллом, там еще геномансер кнопку нажмет. Пошевелиться будет очень тяжело. Так, высушил здесь бетика. Луну перебить тяжело. Но, кстати, у него все еще ульта не была нажата. Все замечательно. Пытается по мангичу поработать. Так, ну, видимо, сейчас ульта нажмется. Так, и теперь придется минуту как-то бегать, что-то придумывать. Что без ульты Абадон не может драться. Опять вот это буст под ультой. Нажал даггераут. Ну, 40 секунд, скорее всего. Как-то нужно подзатянуть. Либо сможет позицию хорошую поймать. Сапиков подрезать. Шансы на это имеются. Да, вот нашел как раз хорошую цель. Бетик. Так, и Пангольер тоже. Ну, хпшный. Ну все, пошла игра. Ай, жалко, не успел застилить. Так, что там, кстати, 25-й талант? А, ну да. Команда талант первый скилл в радиусе. Поэтому он так вот и фармит. Легко. Приятная штукенция. Минус одна атака для срабатывания.
Третьего скилла тоже интересно выглядит. Но, блин, койл в радиусе под шард. Как-то это слишком жестко. Ну, правый талант починим только как талант 30-го. Ну да. Нормально, они пошли Т3 ломать, они тут 2-4 вышки крипы уничтожили. Красный, блин. А я прям на 100% был уверен, что либо зеленый, либо синий. Синий против тут... манайбернов хорош, плюс ломать позицию котлу. А про зеленый с его страйсю к ПТшке и говорить нечего. Тут синий будет, не знаю, почему он красный закинул как бы. А тогда синий, блин, ну это же очень имбово звучит. Опять же, он постоянно вот эту тему обузит с ультимейтом. Вот, а тут КД поменьше, плюс ренжа очень приятно, как ты сказал, манаберн, вся вот эта вот тема. Тоже очень приятная, так что. Опомнился очень быстро. Синий поинтереснее, конкретно вот в его билдаке. Чисто. И саппортов тоже легче будет кайтить. Когда у тебя ренжа большая. Да, кстати. И шел тут на бэтрайдере сражаться. Так, ну, от луны надо просто убегать. Искать цель поинтереснее, сапика какого-нибудь. Ну, пока хорошо катит луну очень. БКБ выбили, ультимейт выбили. Еще чуть подождать, и можно идти и убивать. Ну, собственно, и дождался момента. Ух, там еще и тимак двоих взорвал. Красиво. Вот гарпун не должны отпустить Мангича. Жесть, конечно. Катка вообще шок. Шрачок. 14 смертей. И сейчас ПТС залутает. Ну, это ворс, как у Виномансера. Вообще, если бы Виномансер не отжимал паузу, то... На этого что чуть иначе выглядели бы. Ну, может, не играет в миде. Может, медака не нашлось и пришлось играть. Ну, вообще, мидем. Серебряный лишрак. Все лишрака саппорта пикают. У него только-только это серебро получил, не, у него мало игр на лишраке. Даже... Какой-то пул непонятный. В Immortal Draft ситуация, когда нет мизера, она просто постоянная. Любой человек, у которого есть хоть капли самоуважения, не хочет играть на Immortal Draft в мизе. В данном случае спасение Драгонайт. На Драгонайте вообще ничего не нужно уметь. Купил два брейсера, выбил себе 30 денаев за 10 минут. Купил блинк, все, ты полезен. Браки сломали, а Эгис не потратили. И даже без ШД планируют принять. Я думал, ШД будет основным оружием против Луны с бабочкой. По итогу не особо-то и пригождается он. Нормально, он залетел в Пангича. Как-то очень самоуверенно. Но, кстати, ульта все еще не была нажата. Он нашел вот... Вот эта цель поинтереснее. Попроще, так скажем. Ну, хотя не, его там подсейвили.
Так, а вот сколько выше были бы шансы на победу у команды Дайра, если бы вместо Сайленсера был абсолютно любой другой герой? Ну да, пятерка Сайленсер прям. У Абадона вообще не играет. Сайленсер, по-моему, пикает в трех ситуациях. Это Оракл, Феникс или Никма в команде противника. Всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо тем, кто ставит лайки, кто пишет комментарии, и, разумеется, мир вам.